если мы говорим о Шуховской башне, о выдающемся произведении, как с моей точки зрения, как искусства, так архитектурного, инженерного, сказать, инженерной мысли. Ведь реально зарубежные эксперты и, сказать, и в общем, образованные люди считают, что ну, точно в семерку уникальных произведений, которые находятся в Москве, в нашей стране, входит в том числе Шуховская башня. До сих пор она стоит в таком жутком состоянии, потому что вот даже отсюда видно, что существует коррозия, видно отсюда, что она не почернела со временем, а она стала коричневой от коррозии. Ну, во-первых, это опасно. С другой стороны, уничтожается одно из величайших произведений как архитектурного, так и просто произведение искусства. Я уже не говорю о том, что Шухов реально является нашим достоянием. Дело в том, что великое произведение и мысль замечательного инженера, она и по сей день осуществляется и реализуется во всем мире. Ведь на сегодняшний день во многих других, так сказать, далеких странах используют этот шуховский метод. Он уникален. Я знаю, что такая башня 600 метров сделана в Китае. Уникальное произведение. И мы вот так вот безобразно относимся к величайшему этому произведению. Евгений Владимирович, вот да. На ваш взгляд, приводить в порядок башню, каким образом нужно? Это должна быть научная реставрация, должна быть реконструкция. Мое мнение, что ее нужно сейчас в срочном порядке грамотно законсервировать. Грамотно законсервировать. Я не знаю, какие растворы, чем это нужно делать. В дальнейшем я против любого новодела. Я считаю, что здесь должны специалисты быть те, которые не современными какими-то там способами. Я думаю, что здесь нужно объединить усилия как федеральные, так и города. Потому что, ну, пусть федеральные средства уйдут там на консервацию, возможно, на ремонт, как вот делают во всем мире, такой-то колпак создается. И никуда, потому что я слышал, что есть варианты, вот ее нужно куда-то там взять одну секцию, другую, куда-то увезти. Мне кажется, это в результате приведет к тому, что она не станет, она будет как новодел, она не станет исторической, понимаете? Она потеряет историческую ценность. И воссоздавать ее вот в том виде, в каком она в свое время была сделана. Было распоряжение Владимира Владимировича. Выделены средства. Их нужно направить на то, чтобы они дошли до башни. Если мы говорим о музейной части, это, конечно, город. И я считаю, что здесь нужно объединить усилия как города, так и страны. Мы должны создать, здесь сделать зону интересную, удобную, доступную. Мы так бьемся за то, чтобы Москва стала туристической, наша столица, я не просто говорю Москва, а столица великой нашей страны была интересна, притягивала. Мне бы хотелось, чтобы все, что связано с этой башней, окружение этой башни, стало одним из самых любимых туристических мест. Мы должны гордиться этой башней, что она у нас сделана, что этот метод, он реально первый, чтобы здесь была музейно-туристическая зона. Вот ее нужно сделать. Но для того, чтобы сделать, нужно не потерять башню.